День Икс настал, команда собралась, и мы двинулись в сторону лагеря, от которого начнем свой поход к Шавлинским озерам. Свой путь мы начали с живописного памятника природы, с красивейшей дороги России Чуйского тракта. Хорошее покрытие асфальта, комфортный минивэн и спокойная музыка – это идеальное сочетание в дороге. Много красивых и знаковых мест находится в нескольких метрах от трассы. До базового лагеря ехать около 4 часов. Все это время я любовалась потрясающими пейзажами Алтая, чем-то напоминающую нашу республику Башкортостан. Пообедали в местном кафе с шикарным видом. Попробовали их местный лагман, очень вкусный. И поехали дальше. Шаман даже предскажет, как жить. Самурай достанет меч, пусть и доброе сноси. А крест прожжет от убеждений добрую грудь. Но это мой опыт, мой неповторимый путь. Пусть мудрый шаман даже предскажет, как жить. Самурай достанет меч, пусть и доброе сноси. А крест прожжет от убеждений добрую грудь. Но это мой опыт, мой неповторимый путь. Я буду шагать по мирскому пути. Дороге вбирать элементы семи. Планета моя жизнь мне дала, чтобы обрести. Добравшись до базового лагеря, мы поставили палатки, познакомились со своей командой, разложились, распределили всю еду на ближайшие 3 дня. Остальную еду нам доставят на лошадях до Шавлинских озер. Мы собрали все необходимое – палатки, спальники, еду и другое снаряжение. Наши рюкзаки были полны до краев, но мы были готовы к новому приключению. В свободное время отдыхали и набирали сил. Мы не знали, что нас ждет на пути, но были готовы к любым испытаниям.